Пандемия уже второй год меняет планы 11-классников. Власти Подмосковья приняли решение отменить общегородские школьные выпускные из-за ситуации с распространением коронавируса. Торжественные мероприятия будут проходить на свежем воздухе или отдельно для каждого класса. В Ленинском городском округе выпускные вечера состоятся 25 июня. На них разрешено присутствовать только родителям при условии соблюдения мер безопасности. Присоединиться к празднику в онлайн-формате решили учащиеся Лопатинской школы и подготовили видеопоздравления для ребят. Вот в этом поздравлении принимают участие выпускники 11 класса и наши ребята из младшей школы. И вот этот момент преемственности, он звучит и в нашем гимне, потому что ребята передают свое настроение, свою любовь к школе малышам. Музыкальное поздравление получилось особенно трогательным. В нем выпускники вспомнят, и как казалось бы, еще совсем недавно они любознательными малышами сели впервые за парты и дружно постигали неизведанный мир знаний. «25 июня также пройдет Всероссийский выпускной 2021. В праздничный день все желающие с 12 до 15 часов по московскому времени смогут посмотреть прямой эфир на официальном аккаунте Министерства просвещения Российской Федерации».